16 ноября 1989 года в безвестности, в преклонных уже годах, скончалась в Москве актриса Ирина Радченко. Всеми давно забытая, интересная личность, красивая женщина, невостребованная после 60-х годов. Да даже в конце 50-х уже мало ее снимали. Ушла она в себя, была депрессия, получила инвалидность и потом вообще не снималась. Почитайте о ней в интернете, я выложил в Инстаграм ее фотографию, может быть, кто-то узнает.